Чернышов пошел вперед. Пас направо. Ну, флаг свободен. Опять нужно использовать фланг. Так не пробиться. Не просто пробиться. Олейников. Простите, Михаличенко. Отличная комбинация. Должен быть удар, должен быть гол. 1-0. Александр Мостовой, запишите. 20-я минута или 21-я. А комбинация была красивой, прекрасной, тонкой. Короткие передачи были. Ну, давайте еще раз посмотрим. И Кличенко тут протаранил оборону, обыграл двух соперников. Тут кого-то сбили из наших. Колыванов сделал передачу. И Мостовой 1-0. Мяч забил Александр Мостовой. Еще раз давайте посмотрим. Как непросто было продраться сквозь часы. Номер 5, Василий Кульков. Слева номер 3. Иногда к ним на помощь отходил Сергей Олейников, 9 номер. Ну, а чаще, наоборот, защитники шли на помощь. Итак, гол, нет, гол все-таки. Мостовой молодец. Опять он оказался и хоть не забил мяч, но ассистировал. А второй мяч на счету Алексея Михаличенко. Запишем 2-0. Идет 5-я минута второго тайма, стал бы 50-я. Смотрим атаку сборной команды СССР. Итак, Колыванов. Пас назад. Галямин. Мостовой и Михаличенко. Так. Давайте еще раз посмотрим. Михаличенко 2-0. Алексей Михаличенко. Ну и помнят, какие были раньше мячи, которые набухали в процессе, стали тяжелыми. И еще не ниппельные были, а со шнуровкой. Вот летит такой мяч, вратарь убивает сверху. Очень было трудно. Гол! Запишите, Игорь Корнеев. 3-0. Я, в общем, предсказывал счет 3-0. Так что вот близок к тому, чтобы угадать результат этого матча. Чем хорош этот удар? Посмотрел, обыграл. И таким резаным, точно таким мягеньким ударчиком, как рукой, как лапкой туда положил Корнеев в угол, в сетку ворот. 3-0. Пользуюсь.